42-летний Иван Ургант отправился в путешествие по России с женой Натальей Кикнадзе и двумя дочерьми, 12-летней Ниной и 4-летней Валерией. Обычно семейство летом уезжает в Америку, где живет и учится дочь Натальи от первого брака. К Эрике шоумен относится как к родной. Однако из-за закрытых границ компания пока отдыхает в России. На этот раз Иван устроил своим родным экскурсию по Новгородской области. Они посетили город Старая Русса, где расположен дом-музей Федора Михайловича Достоевского. Историческая постройка впечатлила телеведущего и его семью. Нина выбрала комфортный наряд в спортивном стиле. Девочка надела черную базовую футболку и брюки камуфляжной расцветки. Малышка Лера предпочла яркую футболку в полоску, а сам Иван выбрал однотонную футболку и бледно-розовые шорты. «Прелесть — это ваша старая Русса, Федор Михайлович. П.С. Соберетесь, обязательно просите экскурсию от Сергея Леонидовича. У нас после его рассказа 12-летняя Нина попросила купить воспоминания жены Достоевского. А 4-летняя Лера куклы LOL с лицами братьев Карамазовых», — пошутил Ургант. Фанаты пришли в восторг от возможности увидеть редкие семейные снимки телеведущего, которая крайне редко говорит о личной жизни и почти не показывает личные кадры. Как же девочки на отца похожи, реклама из ваших уст, мощный двигатель. Теперь производитель LOL точно такие изготовит, обожаю ваш юмор, прелесть эти ваши дочки, потрясающие кадры, написали фолловеры. Эрика Кикнадзе встречается с темнокожим молодым человеком по имени Муса. Девушка не стесняется делиться провокационными кадрами, на которых бойфренд хватает ее за попу. Поклонники уверены, что дочь Ивана Урганта растет его копией. Поводом для таких разговоров стало недавнее фото Нины.